Третий мотор отличается от двух предыдущих, ну, прежде всего, габаритами. Он одновременно и меньше, и редуктор у него меньше. И параметры мотора указаны сразу на задней части мотора. То есть указано, что он на 24 вольта, 8 оборотов в минуту и только по часовой стрелке. Поэтому этот мотор не реверсивный, крутится только в одну сторону, в отличие от предыдущих моторов 35 серии. Те крутятся в любую сторону. Крутится 8 оборотов в минуту. Все.